Попали в логово буханок. Логово буханок. Вон еще буханка. Вот еще буханка. Снега тут совсем немного. Тут УАЗа водительская. Ты переставишь. Подойдет она? Куда тебе надо? Ручку, которая вчера кнопка выпала. Слышь, а кнопка, как она выпасть могла? Износилась, да? Не, вот, наверное, открутилась сзади болтик. А, и все, да? И все. Я понял тебя. Да, вот это логово, блин. А вот 69-й, видел, стоит какой красивый? Чей-то? Скоро будет красивый. Да? Да. У меня тоже. Ты знаешь, что у меня такой есть? Весной будет, и у меня такой есть, так что дальше. Это твой? Нет, это не мой. А где твой? Мой прицеп. В каком прицепе? Там, спрятан? Да. Короче, логово жесткое. Леха меня спас. Ручку дал. Кардан дал. Сейчас пойдем запасной кардан сделаем. То боюсь от дома отъезжать с одним карданом, ты понимаешь? Что-то они ломаются. А Леха снимает головку. Сколько сейчас? Минус 10 где-то. Где-то так. Не примерзает. А, он в перчатках хитрый. В кожаных. В кожаных, оригинальных? В оригинальных. Такую вещь мне показывал только что, что даже страшно. Страшно, блин, мне подумать, сколько стоит. Короче, как мой весь автопарк. Вместе взятый, причем вещь трехколесная, да? Трехколесная? Трехколесная. Трехколесная вещь стоит, как... Это вам загадка такая. Как весь мой автопарк вместе взятый, блин. И может еще не хватит, да? Не, ну если весь продать... Так подожди. Хватит, хватит, да? Я сижу там, квартира, я знаю, рядышком возле меня. Да, квартира. Нет, ну квартира, да, тогда хватит. Ну такая вещь тут в одном из боксов. Все, спасибо, друг, я полетел. Короче, ты спас меня очередной раз, как обычно. Газуй. Сейчас мы починим кардан. Запасной хочу сделать, потому что устал. Устал, короче. Чинить, когда все сломано, чтобы было. Поменял и дальше поехал. Пока. Да, вот такая у нас зима. Такое логово. Это вам не шутки. Тут у нас столько суровых за эти... За эти долгие 11 лет в оффроуде. Короче, друзей очень много, которые чинят, тюнингуют и так далее. Леха строго по УАЗам. Ну, УАЗы, ГАЗ-69. Что там еще у нас сейчас? Блин, тут пока пристегнешься. Классные, кстати, какие-то, Леха говорит, Алтай-шина, гусиные лапки, вроде как похожие. 215-80. Ну, такой протектор злой, четкий. На вот этой буханочке крайней. Такое вот логово. Вот еще дубль кабина. И где-то спрятан еще его 69-й. Летим к суровому. Сейчас профессиональные карданщики сказали, сделают мне кардан. Будет лучше нового. Такая тут жесткая зима в бортничах. Просто как в другом мире вроде. Мы где-то едем не по Киеву, а неизвестно где. Все близко. Витя там готовится к завтрашнему рейду полным ходом. Говорит, сейчас еще масло поменяет двигатели. То я ему вчера вовремя напомнил, потому что когда масло такое, неизвестно сколько лет, мотор может быстро закончится. Товарищ вспомнил момент. Товарищ когда-то купил лянчу. Призма, кажется, сейчас не призма. Или тема. Тема. Короче, турбированную. Хорошо заряженную. Ну и только купил на радостях, на Бориспольскую трассу выскакивает. Что-то там 200 или больше дал. Ну и все, и мотор сразу лег. Масло никто давно не менял, но
просто не справилась. Не справилась система смазки. И мотор был кончен полностью. Обидно. Все, мы уже у Суровых. У вас на месте. Кардан не пропал, я надеюсь. Как в прошлый раз. Опять идем. Карданное логово. Несем все. Так. Кардан. Нормальный размер. Подходит как раз. Радиаторов так чуть-чуть. Суровый электрик. Т5. Все, запасной кардан сейчас ребята сделают. И можно ехать. Санька. Так, ну все. Барабаки ходят от одного человека к другому. Поедем еще на работу. Завтра рейд, сейчас заедем еще к одному известному человеку. Посмотрим, как он готовится к рейду и готовится ли вообще. Ну, говорит, что очень сильно готовится. Да, нету на месте джипера известного. Но готовится он, готовится, мечется. Только что звонил специалисту по этому маршруту завтрашнему нашему. Ну, многовато там асфальта на мегауазе, но очень далеко будем ехать, конечно, долго и нудно, и тяжело. Не совсем он готов к таким расстояниям. Если бы еще по оффроуду, то можно. Хотя тоже, ну, очень далековато. Так что будем ехать с серьезным джипером, известным. Еще люди подъедут на топовых внедорожниках завтра новые. В общем, ждать осталось недолго. Что там у нас, 2 часа дня. Старт в 9 утра. Ну что, все, пока. Подписывайтесь, делитесь. Завтра будет серьезный оффроуд. Я бы сказал, даже очень серьезный снег. Переметы, дует, метет. Солнце опять пропало. В общем, сейчас будем собираться. До встречи.